Сегодня президентской программе подготовки управленческих кадров исполнилось 20 лет. Выпускников образовательных курсов пригласили в Дом правительства, чтобы подвести итоги и обсудить перспективы. За все время в республике прошли обучение порядка 1000 человек. Подробности у Дмитрия Ковалева. Это новая волна выпускников президентской программы. Перед ними открываются большие перспективы. Их включат в базу данных резерва управленцев. Такую подготовку прошли и большинство членов правительства. 10 лет назад диплом выпускника курсов получил и министр экономического развития республики. Если раньше приходилось, у нас почти половина всех обучающихся на именно сферу реальной сферы экономики, там машиностроение, электротехника, химия, то сегодня уже преобладают специалисты в сфере IT. Ну, то есть повышают свои компетенции, пытаются встроиться в струю новых знаний. Ключевая задача программы – обеспечить постоянный приток новых высококвалифицированных кадров. Каждый год подготовку проходят более 400 человек. Для экономики Российской Федерации программа готовит специалистов, которые находят себя на предприятиях республики, Российской Федерации и, соответственно, дает развитие экономики в целом. Большое значение выпускники программы имеют для малого и среднего бизнеса, так как порядка половины всех выпускников работают на малых предприятиях, создают свой бизнес. Сегодня республика представлена программе, тоже значительно, и свыше 1000 наших специалистов прошли обучение. Участники программы повышают квалификацию в крупнейших компаниях страны и за рубежом. Будущих топ-менеджеров помогают готовить и специалисты японского центра. Митихира Хамана отмечает, что выпускники курсов готовы решать сложнейшие задачи. Мы, японский центр и правительство Японии, усиливаем свою работу и выделяем больше средств для нашей деятельности. И с этого года, с апреля 2017 года, мы увеличили квоту стажеров. Раньше за год мы отправляли около 230 человек. Сейчас около 300 человек. Президентская программа продолжает совершенствоваться. Экономические вызовы диктуют свои правила и новые подходы к подготовке управленцев. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.